В Башкортостане еще две компании вступили в агропромышленный кластер. Соглашение о сотрудничестве подписали федеральный агроагрегатор Food Miles и региональный дистрибьютор Forward Market, сообщили в Минторге Республики. Это поможет компаниям укрепить позиции на рынке региона и оптимизировать логистические процессы. В частности, согласно договоренностям, на базе двух организаций запустят в пилотном режиме B2B-платформу по закупке фермерской и другой продукции локальных производителей. На начальном этапе продукция фермеров будет доступна в новых магазинах, открываемых под брендом «Около» в городе Уфе. После окончания пилота к платформе будут подключены магазины сетевых партнеров проекта. В целом же до конца года планируется открытие порядка 100 магазинов «Около» на территории Республики Башкортостан. В Минторге отметили, что задача по увеличению представленности товаров местного производства на полках как федерального, так и регионального ритейла – одна из ключевых. И ведомство оказывает всестороннее содействие продвижению такой продукции.